Друзья, всех приветствую на моем канале. Сегодня у меня первый выезд моей сеялки, которую я прикупил в интернет-магазине «Заря». Ссылочку оставлю под видео. Ну и начну с посева кукурузы. Давайте немножко вам покажу сам механизм, как будет высевать, чтобы вам было понятно, кто не встречался с таким механизмом. Так, здесь у нас регулируется, но я выставляю на всю. Сажать буду, как я уже говорил, кукурузу. Немножко засыплю сейчас и все вам покажу. Значит, барабан открыл я здесь на всю. Колесо у нас стоит метр. И ровно через 35 сантиметров идет высев. Вот смотрите, если сажать на кочаны, естественно, барабан выставляем на одну зернину. Ну а так как я сажаю на корм, на зелень, коровкам, то выставляю на всю. Будет брать по 2-3 штучки и бросать в эту леечку. Ну а дальше в сочник и в землю. Это я уже думаю понятно. Вот такой принцип. Сейчас немножко поближе вам. Вот смотрите, 2 взяло. Ну, в общем, как попадет. 2-3. И таким способом будем сеять. Расстояние между рядкой оставил я 150 миллиметров, вернее 15 сантиметров, но между кустиками, как я уже сказал, 35 сантиметров. Ну и посмотрим, что получится. Возможно, для зелени это будет мало. Ну, попробуем. Первый раз буду сеять в 11 лет. Сеялку я доработал, много чего. Это я, об этом я сниму отдельное видео, друзья. Ну и будем приступать к посеву. Всем приятного просмотра.